Ну, я вчера говорил, что представьте себе, что в этот теплый период времени власть начнет закрывать парки. Это миллион людей будут недовольны, миллионам людям некуда будет отдохнуть. Это гигантский протест. И, безусловно, среди этих миллионов какая-то часть, она встроится в наш процесс, в нашу борьбу. Появятся новые активисты. И поэтому это дополнительный удар будет по самому режиму. Ну, представьте себе, чтобы закрыть парки, это будет резонанс не только в нашей стране и за рубежом. Что еще я предлагаю? Я призываю всех тех, кто хочет перемен, кто хочет изменить к лучшему жизнь нашей страны, кто хочет добиться, чтобы наше государство стало сильным, выходите шарами разных цветов. Синего – это синий цвет, кстати говоря, демократического выбора Казахстана и нашего флага, флага Казахстана. Желтый и зеленый шары – это цвета движения Коще, который, как и ДВК, эта власть объявила запрещенной. Ну и представьте себе, что полиция будет гоняться за голубыми или синими шарами, или за зелеными, или за желтыми. Представьте, какие они будут идиоты, да? И весь мир опять будет говорить: слушайте, Казахстан возглавляет безумцы, полные идиоты, об этом будут говорить миллионы. Я призываю наших граждан надевать джинсы синего цвета, зеленого цвета рубашки, неважно. То есть цвета синий, зеленый и желтый сделать цветами нашего протеста. И мы будем просто смотреть, как безумная власть гоняется за шарами или подходит и говорит: почему на тебе синие джинсы? Представляете, сколько судебных исков будет против них, против этой полиции? Ну и как себя будет вести министр иностранных дел или тот же самый Токаев, который был заместителем генерального секретаря ООН, жил в Швейцарии, ему коллеги будут звонить, говорит: Касым-Жомарт, ты что, уже совсем сошел с ума? Представляете? То есть весь мир будет хохотать над нашими идиотами. А смех – это сильное оружие, она обезоруживает врага, она дает смелость. Смелость нашим гражданам, которые сейчас им не хватает. Я уверен, что в результате этой борьбы, мирной оппозиционной борьбы, просто прийти с семьей погулять в парках, просто прийти в молодежные группы, потанцевать и попеть песни, и обязательно поучаствовать в митинге, это будет мирный, сильный удар по мафиозному режиму Нурсултана Назарбаева. Поэтому, уважаемые друзья, 7, 8, 9 мая мы призываем вас выйти на мирные протесты, и каждую субботу и воскресенье мы будем организовывать такого рода митинги. Алга, Казахстан! От имени гражданского общества всем ментам передаю свой пламенный привет! Привет!